Район – это маленькое государство, в котором есть свои законы, порядки и праздники. И самый главный праздник – юбилей. В субботу в Славянске на Кубани лучшие артисты района выступали сразу на трех площадках города. Подробности в следующем материале выпуска. А после обеда город Славянск на Кубани пошел в пляс. Песнями, шутками, танцами, конкурсами, играми радовали жителей творческие коллективы нашего города. В день рождения Славянского района для жителей микрорайона Кубриз концертную программу подготовили творческие коллективы филиала Кубанского государственного университета. Мы дарим людям хорошее настроение, мы поем песни, чтобы люди радовались, танцуют, чтобы все получали хорошие эмоции в этот замечательный день. С праздником! Дети танцевали под зажигательные песни, пожилые люди с наслаждением любовались красочными танцами. Довольными остались все без исключения. Настроение хорошее, очень все хорошо. Песни хорошие. И выступают дети хорошо, нам нравится очень. Настроение хорошее, погода хорошая, все прекрасно. Девочки молодцы, все, все нравится, все, все довольны. Все пришли, услышали музыку, спустились, пришли и отдыхаем. Прекрасно все. Радостный день, конечно, что у нас такой праздник сегодня и района, и города. Благополучие только, мира и счастья всем горожанам. Праздничные концерты в этот день проходили по всему городу. Перед фонтаном на пересечении улиц Красной и Полковой выступал камерный ансамбль «Кантабили». С удовольствием люди наслаждались исполнением классической музыки. И для души приятно, и отдохнуть можно, считает Людмила Безроднова. Это очень хорошо, что в городе есть вот именно, ну, такое вот образовательная, что ли, программа. Вообще, вот к нам приезжают гости с разных городов страны. И всем очень нравится. Очень уютный город стал, очень красивый город стал. Присоединилась к словам поздравления любимому городу и внучка Людмилы Безродновой Аня, которая с удовольствием пришла на концерт в этот праздничный день. Ты был на Кубани, а ты побывай. Отличные люди, прославленный край. И хочу, чтобы он процветал все больше и больше, становился еще красочней. Услышать выступление камерного ансамбля «Кантабили» можно было и в новом микрорайоне по улице Батарейной. Жители многоквартирных домов были рады такому приятному подарку. Да неожиданно как-то, вот даже выступление классической музыки, и вот это вообще для них, ну это вообще прекрасно. На этом праздник не закончился. Приятные сюрпризы радовали жителей и гостей нашего города до самого позднего вечера. Мы очень довольны. Знаете, даже хочется танцевать под эту музыку. Спасибо всем. И с праздником, с Днем города. Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».